Самое главное, что победили. Вот. Не очень зрелищную игру показали, мало создавали моменты. Ну хорошо, что победили, забили. Вот. Надеюсь, и дальше будем радовать болельщиков победами. Вот. Спасибо им за поддержку, что до конца нас верили, не уходили с трибун, поддерживали нас. Вот. И удачи нам в конце улыбнулись, мы победили. Сразу решили бить штрафную, там много людей же было. Ну я подошел, сказал, что уверен. Стараюсь забить и побил ребят. Что не получалось в начале игры? Поначалу не получалось, мне кажется, контролировать мяч. Вот. Очень много теряли в простых ситуациях в середине поля. Из-за этого у Калуги получались опасные контратаки. Но мы справились, выдержали, до конца шли вперед и в конце нам удалось дальше победили. На сколько процентов освоились уже в команде? Ведь совсем недавно коллектив. Мы от игры к игре стараемся прибавлять, сыгрываться. И команда собралась недавно, считай, за 3 недели, за 2 до конца, до начала чемпионата. Но постараемся от игры к игре прибавлять в качестве игры.